Всем привет! В этом видео я хочу ответить на вопрос другой моей зрительницы, которая когда-то спросила меня, как я ухаживаю за своим постельным бельем. Давайте расширим этот вопрос до постельных принадлежностей в целом и поговорим на эту тему. Также этот ответ будет частично затрагивать вопрос заданный другой зрительницей касательно интерьера. Что для меня важно в интерьере больше всего, ну и так далее. Так вот, я хочу сказать, что моя особенность такова, что в интерьере и в быту, вот именно в такой вот уже почти интимной жизни, для меня очень важно обилие текстиля. С чем это связано, я не знаю, с какими-то тактильными ощущениями. Может быть, мое представление о комфорте как-то на это завязано, но дело в том, что для меня в жилище необходимо, попросту говоря, обилие тряпок. Вот. И мне нужно, чтобы их было много, чтобы они были разнообразные, разных цветов, я придаю этому большое значение, и чтобы они всегда были чистые. Вот примерно так я могу сформулировать свои минимальные представления о домашнем комфорте, то есть это немаловажная его часть в моем представлении. Вот это касается полотенец, это касается занавесок, салфеток, всего-всего-всего, самых разных хозяйственных тряпочек, которым я тоже уделяю большое внимание. Я терпеть не могу вот какие-то грязные, вонючие и так далее, будь то для пола, будь то для вытирания кухонного стола или чего-то еще. Все должно быть чистое, все должно быть с подшитыми краями. Желательно, то есть не люблю вот эти вот нитки, которые по краям свисают. Даже если эта тряпка хозяйственная, все равно я лучше потрачу немножечко времени и вручную быстренько-быстренько подогну эти края, нежели потом раздражаться каждый раз, когда я пользуюсь этим предметом. А понятно, что половая тряпка или кухонная тряпка – это предметы, которыми мы пользуемся не просто каждый день, а несколько раз, много раз в день. Вот от этого зависит наше настроение. Если этот канал не закрыть, туда будет утекать наша энергия. Скажу я такими терминами. Ну, то есть, попросту говоря, это будет постоянно вызывать наше раздражение, и лучше это пресечь на корню. Вот, что касается белья постельного. Здесь, наверное, я уделяю большое значение его чистоте. Вот это связано с тем, что мое детство и юность, они так или иначе прошли в те периоды, когда стиральная машина – это была еще роскошь, а не средство передвижения. О стиральной машине мечтали, это была покупка грандиозная. Вот далеко не у всех она была. То есть, вернее, была, конечно, вот такая вот советская, грохочущая, куда в один шланг вода наливалась, потом нужно было вручную сливать, потом вручную отжимать. Этим обычно занимался мужчина в семье. И то это в лучшем случае. Потом дальше я выпорхнула из родительского гнезда уже достаточно давно. И, конечно же, на первое время ни о каких стиральных машинках речи не могло быть. То есть это были сначала общежития, потом съемные квартиры. Денег сюда не хватало. Это, в общем-то, сейчас уже ситуация изменилась, и стиральную машину можно купить совершенно запросто, к чему я вас всех призываю, у кого ее еще нет. Потому что, я вас уверяю, вы после покупки стиральной машины просто перестанете понимать, как вы раньше жили без нее. И дело здесь даже не в том, что это колоссальная экономия времени, колоссальная экономия усилий, а еще и в том, что никогда руками так отстирать невозможно, как это сделала стиральная машина. Вот я в этом когда убедилась окончательно, я напряглась. Вот, и при первой возможности, когда у меня был хороший заработок, я просто первым делом купила стиральную машину. Вот. Даже если вы будете применять какие-то хитрости, то есть там какое-то замачивание или намыливание хозяйственным мылом, там в такое вот замачивание, то есть вот раньше так делали, носки особо загрязненные, густо намыливали хозяйственным мылом, оставляли на сутки, после этого они были как новенькие. Да нет, ничего подобного, никакого как новенькие нет, отстирать все равно невозможно, так как это делает стиральная машина. Вот то же самое можно сказать про многие другие предметы бытовой техники. Например, никогда в жизни вот так щеткой не очисти ковер, как это сделает пылесос.
особенно моющие, вот так не отмойте вручную, ну и так далее, и так далее. Вот, так что с появлением стиральных машин поддерживать чистоту постельного белья, ну, вообще никаких проблем нет. То есть, когда это нужно было стирать вручную в корыте, потом полоскать в холодной реке голыми руками, я понимаю, да, проблема. Вот в советское время тоже, когда стиральных машин не было, или они были вот такие, что большая стирка, ну, это было действительно событие. Собирали большое количество одежды за один раз, все это стиралось, на это уходило почти целый день, потом все это очень долго висело. В общем, колоссальный кошмар. Сейчас вообще просто в машину закидывается, нажимается кнопка, и через какое-то время у вас белье не просто чистое, а практически сухое. И, по крайней мере, постельное белье, ну, практически сразу можно гладить. Вот. А в некоторых машинах еще бывает и сушка. Вот так что, если раньше постельное белье стирали тогда, когда оно было грязное, то сейчас его стирают, когда оно не свежее. Вот, то есть, вы понимаете, есть разница между понятиями грязные и несвежие. То есть, грязные — это уже прям такие вот явные проявления нечистоты, то есть оно меняет свой цвет, оно начинает пахнуть просто. Вот, а несвежие — это просто когда оно перестало быть свежим. Вот я, когда была маленькая, я очень удивлялась, когда узнавала, что где-то в каких-то лучших домах меняют белье чуть ли не каждый день. Мне считалось это неприличной роскошью, какой-то ненужной совершенно предосторожностью. Вот на самом деле, если мы нательное белье меняем каждый день, ну, но многие из нас, я надеюсь, вот, даже в некоторых случаях его приходится менять несколько раз в день, на случай, допустим, физической активности или чего-то там еще. Вот почему бы постельное белье, которое также контактирует с нашим телом и тоже достаточно длительное время, почему бы тоже не менять почаще? Ну, каждый день все-таки я соглашусь, если кто-то скажет, что это чересчур, что это перебор. Ну, просто на самом деле, если вот больше было бы делать нечего, кроме как ходить по дому и менять постельное белье, ну, можно было бы это делать каждый день. Вот раз в 3 дня, ну, тоже зависит от обстоятельств. Если только это жаркая погода, все вспотели и так далее. Вот в целом я где-то так останавливаюсь на раз в 5-7 дней. То есть где-то вот раз в неделю, там выходной день, менять белье, это мне кажется, ну, и разумно, и ближе к тому, что осуществимо, скажем так. То есть можно было бы и чаще, но все-таки мы все люди занятые, мы работаем, а не только по квартире туда-сюда ходим. Вот. Так вот я сказала по поводу чистоты. Очень важный для меня критерий, когда белье не чистое, я чувствую себя неприятным. Мне просто неуютно, я сразу чувствую какое-то неблагополучие, не так хорошо засыпается, но не так приятно к телу. В общем, я не ленюсь, я предпочитаю, конечно, поменять, а тем более, что сейчас, как говорю, проблем практически в этом нет. Что касается выбора постельного белья. Конечно, хотелось бы хлопок, но я сейчас не говорю о шелковом или каком-то еще особенном. Вот все-таки дорого, но вот хлопок, в принципе, хотя и дороговато, но по большому счету доступно, я думаю, что нам всем. Проблема состоит в том, что очень много появилось постельного белья из каких-то волокон, не сказать синтетических, но либо там идет хлопок в смеси с синтетикой, либо это какой-то странный хлопок, каким-то иным способом сделано это волокно. Но, в общем, хлопком в прямом смысле оно не является. И на ощупь и в эксплуатации такое белье отличается. Во-первых, оно не так приятно к телу, оно все-таки жестковато. Во-вторых, его очень трудно гладить. Вот, а если вы белье гладите, то глажка такого белья превращается просто в пытку. Как правило, такое белье существенно дешевле. К сожалению, этикетка не всегда дает правдивую информацию. Если на этикетке написано 100% хлопок, к сожалению, это не всегда так. Вот, если в магазине есть белье 100% хлопок и 100% хлопок, и одно существенно дешевле, другое существенно дороже за такой же комплект, то есть основание полагать, что то, которое существенно дешевле, это все-таки не хлопок, а хлопок. Вот. Ну, есть еще вариант, конечно, выбрать какую-то фирму, которую вы доверяете, то есть вы один раз купили, вам понравилось, и дальше придерживаться покупки белья именно в этой же фирме. По поводу цвета.
Сейчас существует огромный выбор самых невероятных расцветок на цветочные темы, анималистские принты, геометрические узоры. Все на ваш вкус, включая почти реалистичную живопись. Поскольку я живу достаточно давно, и я еще помню, что нормальные постельные белье, ну, вообще-то белые, я еще припоминаю постельное белье белое с ручными мережками всякими, ручными вязаными вставками, которые передавались из поколения в поколение, которые накапливались в шкафах и передавалось в качестве приданого или в редких случаях дарилось как подарок. Ну, вот обычно на свадьбу молодоженам дарили постельное белье с комплектами. Сейчас я думаю, что эта традиция уже отходит, потому что это не является дефицитом, как раньше. Его можно пойти купить на свой вкус. Вот даже лучше, наверное, так сделать, нежели чем подарить что-то и не попасть. Ну, так вот, белое белье сейчас в продаже практически не встречается. Вот мне очень странно, почему это так. Я могу только догадываться, наверное, потому что нет спроса, может быть. Наверное, его никто не покупает. Может быть, люди предпочитают цветное белье не только потому, что это красиво, оригинально, затейливо, а им белое белье в своем детстве уже надоело, дальше некуда, и хочется разнообразия. Может быть, еще связано и с тем, что белое белье, оно все-таки требует, наверное, кипячения или такого интенсивного отстирывания при помощи той же стиральной машины, иногда отбеливания при помощи отбеливателей. Потому что если на белом белье появляются какие-то несовершенства, какие-то пятна, ну что-то вот такое, то это становится очень заметно. Может быть, по этой причине. Но лично я по белому белью, к сожалению, тоскую, мне его не хватает, достать его нигде невозможно. Вот разве что как-то пошить на заказ или самостоятельно. Ну, в общем-то, не настолько сильно оно мне нужно, чтобы этим заняться. Вот, что еще сказать по поводу выбора? При выборе стоит обращать внимание на плотность переплетения нитей, потому что недобросовестные производители очень здорово стали на этом экономить. И бюджетное дешевое белье имеет очень рыхлое переплетение нитей, напоминает оно скорее марлю. Ну, то есть это получается что-то среднее между тканью и марлей. Вот. Иногда, к сожалению, это не бывает заметно, потому что белье упаковано, на фасаде мы видим красивую картинку и не всегда обращаем внимание на то, как выглядит сама ткань. Вот я призываю к тому, чтобы перед покупкой все-таки, ну, почти на автомате, каким-то образом раскрыть, посмотреть, достать, обратить внимание на качество ткани и на переплетение нити, чтобы потом не было разочарований. Ну, также надо следить за размером, потому что, к сожалению, очень часто размер одеял, подушек, которые у вас есть, не совпадает с размером белья, который вы приобретаете. Чаще всего не совпадает таким образом, что пододеяльник становится шире, длиннее, нежели чем то одеяло, которое у вас есть. Потому что стандарты немножко поплыли. Вот есть, например, полутораспальный обычный, то есть такой вот советский формат, но большинство пододеяльников полутораспальных, которые мы покупаем сейчас, они почему-то шире и длиннее. И в этой ситуации, как мне кажется, просто единственный выход – надо идти в ателье и подгонять по размеру, потому что это совершенно ужасно, когда одеяло внутри пододеяльника вот так вот плавает, это раздражает, это источник плохого настроения, то лучше опять-таки избегать, пресекать на корню в самом начале. Вот, то есть, если вы обнаружите такую ситуацию, либо дома на швейной машинке, если у вас есть, либо надо отдавать в ателье. Вот. Также иногда мне приходится пользоваться специальными бельевыми булавками. Вот. Они отличаются от швейных булавок тем, что у них очень большая массивная пластиковая головка, и она сконструировано таким образом, чтобы предотвратить случайное раскрывание этой булавки, чтобы она не впилась в тело в процессе сна или какой-то физической активности. Так вот, да, иногда этими булавками приходится пользоваться. Я заметила, приходится, когда
тонкое одеяло, тогда она бывает скользит внутри пододеяльника, как-то сбивается. Это тоже неприятно, неудобно, и лучше потратить, ну, буквально какие-то там минуты при переодевании пододеяльника, зашпилить в нескольких местах, либо в четырех по конверту, по периметру, либо даже в шести, еще перехватив посередине. Вот булавками такого образца, нежели чем каждый раз ругаться, когда одеяло сбивается или какой-то конец начинает гулять. Вот, по поводу глажки белья, что могу сказать. Я белье иногда глажу, иногда нет. В целом, все-таки чаще да, чем нет, потому что, как мне представляется, глаженное белье, оно приятнее к телу. Оно, во-первых, намного удобнее лежит там, где оно у вас лежит, в комоде или в шкафу. То есть оно занимает намного меньше места. Во-вторых, процесс глажки, он, знаете, он какой-то медитативный. Если его организовать правильным образом, то есть если у вас хорошая гладильная доска, хороший утюг, все хорошо, процесс идет отлично, то, в принципе, мне даже он нравится. То есть гладить и в это время смотреть какой-то фильм или что-то слушать или разговаривать, это какой-то очень успокаивающий хозяйственный процесс. И более того, когда я этим занимаюсь, я чувствую себя какой-то очень крутой хозяйкой, что я все делаю очень правильно. Вот и белье, если красиво, это дополнительное удовольствие. Если воду для сбрызгивания белья добавлено что-то ароматическое, то это еще дополнительно прибавляет приятности. Вот потом это белье я складываю в процессе глажки, наблюдаю всякие узоры на нем. Мне это приятно. Это занимает достаточно много времени, но, как мне кажется, результат того стоит. Вот, но этого времени хватает не всегда, поэтому я белье глажу не всегда, но все-таки стараюсь хотя бы время от времени это делать. Но дело в том, что глажка – это не только такое пижонство. Вот. Это еще и дополнительная термическая обработка, которая особенно важна в случае, если это детское белье, или это белье пожилых людей, или это белье людей, которые чем-то болеют, особенно инфекционным, да. Вот. То есть это обработка его для того, чтобы еще раз дезинфицировать. Вот. Еще я замечала, и по себе в том числе, что некоторая сложность вызывает процесс надевания пододеяльника на одеяло. Обычно вызывает такое затруднение и раздражение, потому что это сложно попасть углами одеяла, концами одеяла в углы пододеяльника. Здесь есть несколько хитростей, как это делать. Вот одна из них заключается в том, чтобы вывернуть пододеяльник наизнанку. Это можно сделать, когда его снимаешь перед стиркой. Потом он так стирается в вывернутом виде. Кстати, при этом углы пододеяльника дополнительно очищаются от всякой пылюки и влажюки, которая там скапливается, и которая не отстирается, если пододеяльник перед стиркой не вывернуть. Вот в таком же виде его можно погладить или не погладить. Потом достать и, вдев руки в углы пододеяльника, схватить ими концы одеяла и вот так вот вывернуть наизнанку. Но потом, оставшиеся два конца, достаточно легко уже будет довсунуть. Вот. Я думаю, что на этом, наверное, уже стоит закончить. Я, пожалуй, сказала все, что хотела по поводу ухода за постельным бельем. К сожалению, в моем случае уход за постельным бельем, кроме стирки, глажки и так далее, включает еще регулярную штопку, потому что кошки очень часто разрывают белье когтями. Вот как это происходит, это отдельный разговор. Они как-то забираются, закутываются в одеяло, потом начинают мощно выбираться оттуда, разрывая когтями все вокруг себя. Вот приходится либо прятать от них, либо время от времени штопать. Но я надеюсь, что у вас такого не происходит, что у вас все гораздо все менее болезненно. Вот. Ну что, всем всего хорошего и всем пока. Оставляйте ваши вопросы, замечания, пожелания. По ссылке, подарки направляйте по адресу там Шабловской и так далее. Все, всем пока.